Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня продолжаем нарезать демонов Darksiders. Давайте продолжим. Так, мы нашли новое убежище Вульгрима. Чем скромный торговец может тебе помочь? Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Давайте продадим. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Так, постоянно вырабатывает энергию ярости. Тысяч, даже не знаешь, что купить. Please take your time. Твоя мудрость равна твоей силе. Ладно, оставим пока. Так. Пойдем дальше. Чую, чем-то веселым еще попахивать будет. Коньячков никаких у нас здесь нет. Какие-то ворота, тачка разрушена. Какой-то молот огромный. Вот да хватит уже! Чего ты дожидаешься? Если твои руки тебе вообще дороги, лучше не лапать ничего, что тебе не принадлежит. Это чё у нас за чучело? Ультейн, ты меня знаешь, а вот я тебя почему-то нет. Не люблю незнакомцев. Особенно незваных. Возможно, не так важно, кто ты, важно, чего ты хочешь. Я пришел за черным молотом. Да ну, правда? Ладно, можешь попробовать еще раз. Но потом тебе лучше не попадаться мне на глаза. Это ты. Что еще? Черный молот. Это ты. Тебе же хуже. Позволь, открою тебе секрет, мальчишка. Тот молот, что лежит на земле, намного полегче будет. Чего ты не предлагаешь? Поберегись! Спасибо, что предупредил. Ну и чё? Твой меч против него бесполезен. Должен быть другой путь. Ну-ка, вот так вот. Ух ты. Чё за верзила?
еще больше. Да, и что мне с ним делать? Хотя... Как вариант, у меня кое-что есть. Впечатляет! Тысячи лет меня никто не мог ранить. Оказывается, надо было в демона сегодня превратиться. Ровно 100 лет. С того дня, как мы лишились Абадона, я ждала этого мгновения. За твои грехи тебя надо бы судить в Граде Света. Увы, пока этот мир отягощен разрушителем, врата небес для нас закрыты. Но правосудие не может ждать. Я покараю тебя здесь и сейчас! Так, еще одна приперлась, блин. Праведная. Твое правосудие подождет, пока мы тут не закончим, девонька. Вообще не стоит кидаться в заварушку, до которой вам нет дела. Ну, идите прочь, голубки, пока я вас не ощипал. Богохульник, это ты избрал себе союзников в войне, до которой тебе нет дела. Ха-ха-ха, позволь, я попробую. Бомбочка. И в полет пошел ангел летать. Вот что бывает с теми, кто лапает чужое. На твоем месте я бы пригнулся. И что теперь предлагаешь? Пусть перья летят! Правосудие грядет! Как раз нужны перья на подушку! А, он даже нас не цепляет, то есть мы даже вдвоем. Я надеюсь, что этот древний знает, что делает. Мы здесь ради сердца плакальщицы, помнишь? Чувак, ты не уйдешь. Я пока веду в счете. Фига он. Мужик, одолжи молоточек. У меня там куча таких камушков есть раздолбать. О, в тему. Я
пока лидирую, чувак. Пошли вон, голубцы! Лидерство пока за мной. О, бомбочки там. Эй, чувачки, come here. Как раз нужны перья на бою. Ух ты, сколько ж вас тут. Мы не сдадимся. Так, еще есть желающие умереть. Сюда, закон. Фига нас закинули. Да еще и нами стены проламывают. Правосудие грядет! Мы не сдадимся! И на своего друга. Играем в бейсбол. Нарезка курочки. Ах, как раз. А, то еще там один есть. И сюда. Ты какой? А, то с ним еще можно бороться. Иди сюда, кура-гриль. Какая курица-то, а? Инкомонная. Давай, помоги мне уже здесь. Где? О, еще одна. Так, и куда мне? А, ну ясно. Чего ты ждешь? Вали эту штуку! Где это гриль? Ух ты, что это было? Ух ты! Что в разъяснении с серьгой стрелы? Угу. Ох, какая красивая штука. Ох, люблю такие штучки. Штучки-дарючки. Фига у него правил сбор душ. Блин, я хочу такую с собой здесь. Все, тачек не осталось. Там она одна какая-то осталась. И что мне теперь дальше? Куда идти? Чпонь.
Кровь, я тоже. Ну, теперь ты просто рисуешься. Ну да, ты что хотел-то? О, чувак, ты зря подошел. Сматываешь на лету, да? Че у нас идет битва на счастье? Игрушку нам дали. Ребят. Пока скин случилось. А, то есть только два пошел. Давай, помоги мне уже здесь. Чуваки, да сдохните уже. Правосудие грядет. Ах, пойдем на пролом пулеметом. Слышь ты. Мы не сдадимся. Да сколько ж вас там будет, а? Да сдохнет уже. А, я тебе решил подыграть. У меня штучка, конечно, интересная. Поберегись! Чё-то там жахнуло. Сюда, незнакомец! Опять птицы гриля. Братья, готовьтесь к бою! Правосудие грядёт! Наказ нужны перья на подушку! Шуткам, конечно, его не занимать. Здоровье! Мы не сдадимся! Чувак, да ты купил на меня палить. Ну, теперь ты просто рисуешься. Войны небес, бою! Ух ты. Ох ты. Тяжелая авиация. Откуда вылез? Пошли вон, голубки! Так. Наверх собраться.
Лазим наверх, посмотрим, что здесь у нас есть. Мне нужны души, чувак. И куда мне? Сюда, незнакомец. А то есть эту хренью не полетаешь. О. Охрена, допрыгну туда. Вон, блин. Сюда, незнакомец. Такое ложество пришлось бросить. И туда не залезть. Что-то вообще как-то ложово. Сюда, незнакомец. А здесь что у нас? Есть что-нибудь? А туда чё? А, там сундучок, походу, я так понял. Он нам открыл для здоровья. Таблетка счастья, блин. Ну чего же ты ждешь? Почему нельзя бег такой сделать побыстрее? Ну, чё дальше? Ты победил без обмана. Боевая наука увеличит скорость набора опыта при использовании оружия. Броня становится прочнее. Ну-ка. Так. Получается. Ускоряет получение опыта при использовании оружия в бою. У нас. А что происходит? Что с этим оружием? Ускоряет получение. Посмотрим. Ну чё, давай, открывай контору. Тебе не скрыться от судьбы. Я отомщу за Абадон. Тебе не скрыться от судьбы. Люблю представлять, как ты ее убьешь. И с удовольствием посмотрю, как ты это сделаешь. Ой, ты какая лапочка. Ух, нифига она, лапуля. Впечатляет. Ух ты, попался, блин. Можно тебя быстренько так вот разложить? Иди сюда, лапа. Что-то в демоне вообще как-то легко. Набило им харю, ее утащили. Сознание потеряло, видать, от моего большого меча. Может, ты на самом меча. Деле тот, кем назвался? Пернатые выглядели уверенно. А я все равно не верю. Давай опять, с чего начинали? Ты меня знаешь? Я тебя... Логово плакальщицы. Плакальщицы там, далеко. Пришлось запечатать все входы-выходы, чтобы не дать ее деткам выбраться наружу. Мелкие твари все время лезли без спроса, лапали чужие вещи. Я тот, кем называюсь.
Давай, убей плакальщицу. Если выберешься целым обратно из ее норы, то я тебе поверю. Тогда обещаю, мы поговорим с тобой. Но теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. Как ангелов сравнивают с голубями, да, которые срут на голову? Я сундучок на хп. Ах, какие жадные все, а. Что, здесь есть что-нибудь? Вкусненькое. Ничего нету. Голубки, блин. А что интересно за маленькие детки? Ты плакал сейчас, что она себе представляет? Главное, чтобы это не ее слезы были, иначе затопит к чертовой бабушке. Чоп, 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 чоп. Че, больше ничего не родились никого? Что-то такая тишина мертвецкая мне не особо нравится. Идешь себе по коридорам, идешь. Тут херекс. И лопаты по голове. Или кирпич на голову. Топ-топ-топ-топ. Топает по дорожке чьи-то ножки. Кап-кап-кап. Чья-то кровь течет. Это демонов порежем на кусочки. Опа, чё тут у нас? Чё-то уже интересное. Чую! Чую веселье! Ну, опять тысяч надо выйти в гости. Так. Чё у нас тут? Ух ты! Да вы чё, серьёзно? Что, прям с боссом сейчас? Да вы чё, ладно. Насекомыш непонятный. Думаю, тебе удалось разозлить ее. Давай найдем ее и доведем дело до конца. И в этот раз не валяй, дурака! Кстати, а че ты воздикаешь? Я тебе же в харю дал. Тут уже ангелочков, походу, пожрали. Что-то мне это напоминает здесь. Чем-то очень сильно напоминает одну вещь. Тот же собор, что и у этой вампирши. Так, вон там сундучок заныкан. Бабло на халяву. Так, и куда нам чё? Это мы ничего не сдвинем? Нет. Есть направо, есть налево. Мы пойдем как королева. О. К тему. Ядрит твою Мадрид. Или пойти пока туда. Пойду-ка я туда зайду, посмотрю, что там. Учитывая ее луч, мне придется не очень весело. Биг пушка.
Возьму к собой этот сувенир. Именная. Бандура. Мы писали, как люди пытались бороться против демонов и ангелов с такими стволами или мечами. О, еще сундучок. Все, что ли? То есть я сюда перся зазря, только из-за сундуков. Стопорики. Что-то я походу проворганил. Там дверь походу была дальше, а я что-то туда не пошел. А, она заморожена. Ну ладно. Кафель мы ломаем сами. Или здесь оставить, хрен с ним. Все равно дальше не протащишь. Ладно. Надеюсь, такую штучку дадут нам там поиграться дальше. Так, какие-нибудь тайничков бы побольше. Так, у меня вообще хоть что-нибудь назначено. Так, способности у меня назначены. 1, 2, 4. Ясно. Чпоненько, 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 чпоненько. Как обезьянам по потолкам и лозим. Штукатурка сыпается. Здесь все заморожено. Да ладно, чего-то по хрень не бить? Ничего не фокусируется вообще, что ли? А то есть еще тут чего-то какое-то непонятное, что здесь депо какое-то. О, фишманы, селедка. Селедочку нарубаемся с картошечкой. Только они зараза за жопу цапнет.
Интересно, их можно добить? Не, их как этих... Не добьешь. Так, и чё нам куда? Сплаваем туда. Она там. Толкать что ли кого-то надо? Опа, туннельчик. Только не заметишь сразу-то. Вода сливается со стенкой. Давайте на этом и закончим. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии, лайки ставим, подписываемся на канал. Всем спасибо. Удачи. Пока.